И что, лис выбрала? Бестолач! Я ушу. Всем привет, ребята. Ой. В общем, почему я так вздыхаю? Я думала, я заказала вок, который вот с лапшичкой, оказывается, с рисом. Я очень сильно расстроилась. В общем, говорят, здесь со свининкой. Ну, заказывала остренький, не знаю, посмотрим, что получится. Здесь у меня соус этот, ореховый, желтые помидорки и картошка по-деревенски. А здесь макси шаурма, 425 грамм. Попросила добавочно добавить этот перец халапеньо. В общем, всем приятного аппетита, кто будет со мной кушать. Ваня приехал сегодня. Вкусно. Я также вкусно готовлю. Вот честно. Фасоль стручковая, морковка, лук, рис и яйцо. Ой, яйцо говорю. Соус терияки. Свининка нежненькая. Ваня, они только вот приехали в 12 часов, время сейчас 1:30. А нет, часы отстают. 4:30. Они зашли в ресторан, покушали. Мама его привезла. Я же хотела бранчу ехать, она позвонила, ну, написала, что она сама поедет в Тагил. И вот они с Анютой поехали в Тагил, Ваньку взяли и привезли. Мне не пришлось ехать. Я сегодня встала 7:30 утра. У нас получилось так, что у нас 3 выходных. 12-го праздник. И мы не работаем. Ну так. Завтра пойдем в баню. Маша, Ваня. Рада. У Рады мама. 12 часов договорились. Может, поснимаем. Рис обалденный. Кушать Ваня не захотел. Раз они в ресторане поели. Я не знаю, что они там кушали. Но он домой притащил пиццу. Ну, остатки. В коробочке упаковали ему. 4 кусочка. Заказала, ребят, вот такой набор ложки. Ложка-вилка деревянная. Для нас дошла целая только вилка. Ну, я Ваню купила, а то он сильно уж бывает, бремчит. По поводу квартиры. Ребята некоторые пишут, знаете, вот, что как однушку, вы что однушку? И детей рожать, с мужем жить, где они в однокомнатной квартире будут помещаться? Вы что, она ж не будет там всю жизнь жить? Муж появится, они и душку купят. 5-й этаж, как детей, коляску с детьми таскать.
А уж к тому времени, может, еще 3 квартиры купит. Ничего. Ей сейчас самое главное первоначальную базу обрести, чтобы не дяде платить эти деньги, которые она вот отдает за съемную, а за свое жилье. Конечно, нам хочется и 60 квадратных метров, и двушку с ремонтом отличную, но мы же рассчитываем на свои зарплаты, и мы рассчитываем на свои силы. У нас доход, вот какой есть доход, на тот доход мы и ищем квартиру, понимаете? Сходили для примера, посмотрели двушку разбитую. Ну, такую она небольшая, между прочим, квадратура-то была. Посмотрели по той же цене однушку, но уже с ремонтом. Там единственное, туалет надо делать и потолок в комнате натянуть. Все. Потолки. У меня вот тоже потолки не натянуты. Она думала, если вдруг буду продавать, чтобы видели, что сухо, что поэтому не стала натягивать. Ну, по планам было у меня продавать. Я еще это, то продаю, то не продаю, сама еще не знаю, что хочу. Вот. Квартира светлая, теплая, ну, ту, которую мы однушку-то смотрели. Хозяйка приятная. Мы рассматриваем пока все варианты, чтобы она, Маша, понимала, что она хочет. Двушку или однушку. С ремонтом или без ремонта. Поэтому... Мы не торопимся с выводами. Это ее первая покупка. Пусть думает. Тем более у нас паспорт еще только в оформлении. Мы когда квартиру смотрим, мы говорим, что вот у нас такая-то ситуация. Дождется она, значит дождется. Не дождется, ну значит будем искать другую квартиру. Но Маше надо посмотреть хотя бы примерно. И понять, что она хочет. Вот в чем проблема. Вот эта однушечка очень красивая. Прям ремонт. У нее ванна там, туалет, сантехника. Все поменено. Все новое. В туалете, конечно, только сантехника, унитаз, да? Ну, там вот это все остальное надо будет обделывать. А ванна просто вылизана. Там до такой степени красивый ремонт сделан. На видео я показала это вот так вот, знаете, быстро. Мельком. Чтобы вы хотя бы примерно понимали, что из чего состоит. Вот. А как там сделано, все, мы же потом выключила камеру, и мы все разглядели, прям все точечно, прям все до миллиметра. Там, ну, профессионал делал и сантехнику, и плитку. Как там все идеально сделано. Взяла номер телефона сантехника. Мне тоже ванну ремонт надо. Вообще мне там не сделан. Еще и стену пробили мне там, когда приходили, смотрели стояки. Надо тоже ремонт делать. Хорошо, что я его не сделала, когда заехала. А так как меня очень хорошо нагрели, но обманули с ремонтом. На большую сумму. У меня нервный срыв даже был. Я плюнула на эту ванну. Больше сказала, ремонтировать не буду. Потому что все обманывают. Очень много меня обмануло людей. И по стройматериалам, и по ремонту по самому. Никому доверять нельзя в этом мире. Никому. Даже близким людям. Все пытаются урвать, все пытаются обмануть. Понимаете?
Ну, в общем. Квартирка хорошая, но район мне не понравился. Меня, вот лично меня останавливает район. Девчонки в комментариях написали. Огромное спасибо. Читаю все ваши комментарии. Польза прям от них велика. Честно говорю слово. Спасибо вам за это вообще большое. Но мои вот внутренние ощущения, как бы меня ни разу не подводили. И я говорю, Маша, вот, ну, вот, ну не хочу. Вот, я не знаю, меня почему-то вот, ну, район не устраивает. И все. Я-то думала, он будет ближе сюда, к МВД. А он оказался туда дальше, вглубь. И ты идешь, мы же не показывали. Там такие идут дома рядышком, как будто бы, знаете, заброшенные. Как общаги. Ну, там девочки потом в комментариях написали, что это общаги. Я потом уже узнала. Вот. И люди такие, знаете, сидят. Употребляющие, короче. Я говорю, нет. Квартира, конечно, хорошая. Маша, может, ты подумаешь? Она говорит, ну что такого, они везде есть. Я говорю, ну не в таком количестве, нет. Пока буду вас одна бесить. Потому что Ванька сниматься не хочет. Но он придет скоро. Так что сейчас я попить налью. Сейчас он пока это придет в сознание. А то ему там-то хорошо было, он бегал, гулял, наслаждался, кайфовал. Тут опять какие-то съемки. Поэтому я уж не стала его тоже напрягать сегодня. Пусть идет гуляет, я уж одна, думаю, сниму видео. Тем более, может, давно не снимали, банк неделю, по-моему. Ну, не смотрела. По-моему, неделю. Очень вкусно. Очень. Но я думала, я лапшу заказала. Блин. Но я не разочаровалась. Очень вкусно. Приготовлено. Кстати, у меня вот это, знаете, во сколько вошло? Вот эта вот картошка по-деревенски, вот эта вот фигня, вок, чего-то там, макси, шаурма, там вообще все, и морковка там что-то, и всякая фигня, сейчас посмотрим. И еще у меня вот такая вот картошечка я заказала в 700 с чем-то рублей. Ну, это я Ване оставлю картошечку, не буду трогать. Вот. Не знаю, может и пол шаурмы даже останется, потому что я что-то наелась уже. 700 с чем-то рублей. Недорого, в принципе, с доставочкой это нормально. Вот эта картошечка тоже очень вкусная. Прямо обалденненькая. Ладно, не буду уже сказать, да, вылизывать тут. Так, давайте попробуем шаурмешку. Хотела сама приготовить, даже покупала лаваш. Нашла очень вкусный лаваш, прям обалденный, мягкий. Вот такая шаурмешка. Шаурмешка. Я хочу ее разрезать. Яу! У нас песни там во дворе поют. У Ани у нас остался последний экзамен. Ждем, не дождемся. Так, смотрите. Ой, вот так, наверное, да? Вот так лучше будет видно. Здесь у нас морковка. Как вы видите, помидорка. Капуста должна быть пекинская, мяско. Ну, должна была еще картофель. Ну, что-то я картофель вообще не наблюдаю, нифига. Огурец мелко порубленный. Первый раз такой вижу. Ну, кубиком. Когда я делаю шаурму, то я делаю ее соломкой. Мне больше нравится, когда соломкой. И мясо я режу соломкой.
Мясо приготовлено, не могу понять. Не по моему вкусу. И морковка невкусная. Что-то я подрастроилась, но я голодная еще что. Половинку доем. Ваньке оставлю. Знаете чего? Это знаете, с кем познакомилась? С Настей. С Анастасией. А как канал там? Жизнь в селе на веселе. Или жить в селе на веселе. Так что вот, представляете, мы поговорили, пообщались. Ну, я ей написала в телеграм-канале, мы после эфира. На эфире она мне как бы там писала, сидела. Я сначала не поняла, ну, блин, что-то знакомое-то. А потом да, на следующий день сообразила. Привет огромный. Настя. Очень приятно познакомиться, как сказать, с ребятами, которые тоже, как и мы же, работают над этой, как говорится, стезей. Но мы поговорили, конечно, маленько. Я на работе была. Мне очень приятно, вот, например, знакомиться с ребятами. Вот с Мариной, с канала Маришка ДМ. Тоже мы общаемся. Мы как мы познакомились вот тогда, так вот и начали общаться. Сначала не помню, как мы начали общаться, но, в общем, сейчас вообще везде общаемся. И в Телеграме, и в ВК, и. Короче, везде. Я всегда за знакомство. За общение. Очень приятно. Интересно. Это же интересно, это же жизнь. Все время спрашивают, знаете, вот каких мукбангеров вы там смотрите. Ну, вот честно, я вот говорю, вот я вот не кривлю, вот нисколечко душой. Я вот раньше я говорила, всегда смотрела. Верняю, нет, ну я верняю, тут до сих пор бывает, смотрю иногда, как бы, вот давайте я сейчас скажу, кого я смотрела. Верняю, Айку смотрела, Пиратиков смотрела, эту, как ее, и Судакову смотрела раньше, Алену смотрела, это самая вот такая вот матёра, мне прям очень нравилась, Алена, это которая... Мои дорогие, она с мужем, у нее один сын. Вот я ее прям смотрела запойно, мне она нравилась. Сейчас она не снимает, почему-то перестала снимать. Кого я еще смотрела-то раньше? Сейчас я больше на влоге. Ну, Хамзе это понятно, там вообще мне невозможно устоять. Там только знаю, что ее ждешь. Она так интересна, и готовка у нее, и само... Поглощение с разных сторон ракурсов, там микрофоны, там, ну там вообще с ума сойти можно, конечно, смотришь без ума. Какой еще смотрела-то я? Алена. Кого-то я, ребят, еще же смотрела. Сейчас... Ну, у меня сейчас и работа другая, понимаете? У меня работа другая, время другое, как бы, у меня не получается. И если у меня есть свободное время, то я, конечно, предпочитаю больше посмотреть влоги. Мне очень нравятся влоговые вот каналы. Love Korea, Love Way.
Вот я очень люблю смотреть потом Team Bytes, по-моему, как-то канал называется. Потом про Диму мне нравится. Годунова нравится, Юля Годунова. Короче, много каналов. Лав Корея. Так. Да, Лав Корея. Тоже почему-то перестала снимать. Они сейчас участок купили, и все, и она перестала снимать. Они мне прям вообще тоже нравятся. Влоговых каналов я очень много смотрю. Очень много. Мне прям очень нравится. И, конечно, я вот в свободное время кино посмотрю, либо влоговые каналы. Мама отличненько, как я про нее забыла-то. Про великую женщину-то. И ну, всю семью-то там у них Винни Ванили и батька там. Чего-то там. Вот. Где столько времени взять, чтобы их всех пересмотреть? А, Виталика, господи, забыла. Но я его меньше стала сейчас смотреть. Вот. Вот так. Больше никого вроде не смотрю. Никого вроде не забыла. Хотя я могу все забыть. Ой, я сегодня так объелась. Чесночный соус. Такая гадость. Никакого халапеньо здесь нет. Надули меня. Шаурма говно, извиняюсь. За выражение. Сухая, соус ужасный, морковка ужасная. Халапеньо нету, хотя я указала. Засыта. Наелась. Сейчас в пол восьмого утра наконец-то помыла самую большую часть, это балкон, окно на балконе, ну, в комнате. У Ваньки окно помыла, еще одно осталось, и на кухне осталось. Два маленьких окошка осталось помыть. Ой, сейчас я поваляюсь, немножечко отдохну. Ну, я сегодня вообще хорошо поработала, и в туалете почистила все. И одежду-то постирала, шторы постирала. Все помыла, передвинула. У меня опять перестановка. Окна помыла. Короче, сегодня целый день. Время уже вечер, я вот только села отдохнуть, покушать. Так все работало сегодня с утра самого. Так что вот так вот, ребята. Увидимся с вами на следующем мукбанге. Ну или на следующем видео обязательно. Жду от вас комментарии. Свое мнение. И увидимся. Давайте на следующем видео. Да? Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.